Хатиква, гимн Израиля. На русском языке мы его поем таким образом. И благословляем Израиль, молимся, и благословляем Иерусалим, столицу Израиля, благословляем возрожденное еврейское государство. И здесь, возле Меноры, возле памятника Бабьего Яра, это Бабий Яр, это место, которое не переводится даже на разных языках мира, оно звучит именно таким образом, как, знаете ли, набат такой, как некое напоминание, что это не должно никогда больше повториться. И здесь были зверски замучены тысячи и тысячи евреев, были уничтожены. И это одно из самых таких страшных злодеяний нацизма, фашизма. И этот мемориал, он тому напоминание для всех ныне живущих. И для верующих наипаче, конечно, это напоминание о том, что действительно мы должны молиться и благословлять, не проклинать друг друга, а благословлять. А наипаче, конечно, еврейский народ, который имеет великое обетование от Бога еще со времен Авраама, нашего праотца, которому было сказано, что злословящий тебя, проклинающий тебя будет проклят, а благословляющий будет благословлен. Слава Богу! Друзья, и потому в молитве сегодня также и поем и гимн Израиля, Хатикву, песня «Надежда», ставшая гимном Израиля. И эти слова, они для нас, верующих, напоминают действительно о великой надежде на Бога, надежде на Слово Божье, которое не постыжает никогда. Слава Богу! Так что благословляю всех вас, дорогие друзья, с комплекса Бабьего Яра, с Киева. Всем огромный привет во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.